Эй, йоу, взгляни в эти глаза. Ай, блин, клип фейса в глаз попал. О. Взгляни в эти глаза. В них нету страха. Именно сегодня время пришло. Я буду смотреть потерянные эпизоды других блогеров. Первый у нас какой-то Snaix. Давайте же оценим. Ай! Зачем? Еще сегодня будем смотреть только потерянные эпизоды фиксиков. Это увлекательно. Это очень увлекательно. Нет, вот этот комментарий не прав. Все неоднотипное, все очень увлекательно. Я прям не могу, мне уже интересно. Прошло всего 18 секунд, а я уже кончил. Костер! А, он начал говорить! Давайте послушаем. Здравствуйте. Очень давно не было видеороликов, конечно, связанных с потерянными эпизодами определенных мультфильмов. Нет. Что ж, вы дождались такой видеоролик? Нет! Всем пофиг, братан. У тебя 5000 подписчиков? Ты такой молод еще. О, вовремя. Мультфильм, в котором рассказывается принцип работы различных бытовых предметов. Предметов, да. Микроволновка или же телевизор. Братан, мы все знаем, что делают фиксики. Давай быстрее, тебе всего видео идет 6 минут, а ты тянешь. Тот, кто его видел, сейчас находится в психологической лечебнице. Ведь то, что там показано, может зап... Тот, кто... А что, меня плагиатит? Еще одна копия меня. Почему, когда я делаю что-то хорошо, все начинают это копировать? К примеру, как я искал фиксика, все начали копировать. Потерянные эпизоды все начали копировать. Но по итогу это все сливается, но никто не знает почему. Но вот буквально вчера в сеть начали массово заливать этот... Его никто не видел, начали массово заливать. Тут Дим Димыч замирает, ведь он слышит страшные крики из комнаты. Вы еще говорите, что я делаю плохо. У меня хотя бы есть какие-то разные картинки. Очень убого. Сейчас вы можете ее послушать. Интересно, кто же делает так тоже? Кто включает аудиодорожку под страшную картинку? На протяжении 2 минут без перерыва. Но тут крики резко оборвались. У него одна картинка на всю серию. Дим Димыча и паца. Дим Димыч замер от ужаса. Я не могу это смотреть. Сорян, это убогое говно. Переходим дальше. Следующий потерянный эпизод. Я все еще не боюсь. Итак, потерянный эпизод фиксиков. Смерть фиксика. Всем привет, с вами Офсайдер, и сегодня... Блин, нет, я этого чувака знаю. Минута 20, я надеюсь, он меня напугает. Новый потерянный эпизод фиксиков. И да, со мной сегодня в гостях Лео, поздоровайся. Здорово. Это коллаборация. Цап, у нас с тобой говно. Вот это настоящее искусство. Вот это коллаборация. Погнали. Страшно. Надо чем. Сначала все началось с заставки фиксики. А ты это... Заставки меня кидало в страх. Она такая была темная, как и в прошлом. Это ты заставки. Дим Димыч со своими друзьями фиксиками. Фиксиками. Ноликом и Симкой играли в хоккей. Дим Димыч их... Я жил спокойной жизнью, но потом на меня напали. И я понял. Время пришло, я в шопах, короче, все. Продолжаем просмотр. Потом они действительно победили Дим Димыча. Дим Димыч был в большом шоке. Потом они... Я ничего не имею против него, против этого. Я его знаю, кстати. Ну как, я видел его видео. И типа, я ничего не имею против. Но, братан, у тебя 700 подписчиков, ну это неплохо. Это, конечно, хуже, чем мы смотрели вот этот потерянный эпизод этого Снаикса. Но все же, я думаю, что уже можно было научиться обрезать какие-то не те моменты, где твои запинания или еще что-то. Идти к высшему. Все же у тебя довольно много просмотров, так как для крипипасты в наше время. Я думаю, нужно больше заморачиваться насчет качества. Дразнить тем, то, что они расскажут всем своим друзьям, то, что большой человек проиграл несколько фиксиков. Ну знаешь, ребят, мне так... Он просто выключил это, и сейчас включит другую папку. Ой, там другой файл, надо там посмотреть. Было страшно, так что я ухожу, сейчас все расскажет остальное. Цап, понял, где мы взяли с тобой эту фишку? Мне было страшно, я ухожу, а потом продолжит цап. Я вас убью. Но потом под конец я пришел, Лео... Ха-ха!
Мы с тобой ничто не можем сделать нормально. Зачем мы с тобой делаем коллаборацию, если у нас всего-то набирают? Нас даже меньше просмотров, чем у них. У нас двух месяцев взятых сейчас меньше просмотров, чем у этого чела. Третий потерянный эпизод. Я надеюсь, он даст мне то, что я хочу. Страх, боль, пятки. Суицид, но... Чё? Суицид, но... Где-то я это уже слышал. Интересно, где? Всем привет, народ, с вами я, SimordXD, и сегодня я буду рассказывать о потерянном эпизоде фиксиков. В первом кадре показано, как Симка спрашивает у Нолик. Офсайдер, у него 84 подписчика. В общем-то, я тебе скажу так, пора тебе уже освоить монтаж. В школе уже все ждали, когда мы будем писать контрольную, и дедус начал раздавать контрольные. Нет, мне страшно. Хватит, пожалуйста, хватит листы. Этого. После этого он спросил нарочно Нолика. Нолик, ты сделал домашнее задание? И у Нолика от этого из глаз потекла кровь. Чего? Из-за того, что с него начали смеяться, у Нолика потекла с глаз кровь? Ах, камон! Вот это уже реально тупо. Они стали белыми. Это было очень жутко. Они стали белыми, это было... Я не могу это смотреть, хватит с меня. Это слишком большой плагиат на меня. В надежде найти новую серию фиксиков раньше всех. На этом все. С тобой был Сергей Онис. Поставь лайк, подпишись на канал. А в этом видео я не хотел никого обидеть. Это всего лишь был тупенький юмор моего образа. В этом видео образа. Типа обезбашенный чувак, который любит потерянные эпизоды. Ладно, на этом все. Пока. Не забудь про лайк и подписку.